Работа по развитию арктического туризма в Ненецком округе уже ведется. Представители ведущих российских туроператоров России посетят столицу региона в рамках рекламно-информационного тура «Доступная Арктика». В течение нескольких дней гости ознакомятся с уникальными туристскими маршрутами нашего округа. Ведущих российских туроператоров, таких как Russia Discovery, Coral, Дельфин, Мостурфлот, познакомят с уникальными туристическими маршрутами. Рекламно-информационный тур будет включать в себя посещение стойбища оленеводов, знакомство с жизненным укладом и традициями кочевников тундры, вертолетную экскурсию в Пустозерск, а также сплав на лодках и рыбалку, выступление этнических коллективов округа, представление возможностей гастрономического и промышленного туризма. И также предлагаем такие направления, опции дополнительные. То есть мы говорим о том, что это Пымвашор, это Амдерма, мы показываем такую урбанистическую Арктику, да, то есть затерянный город в Арктике. Это арктические острова, то есть это Вайгач, Матвеев, Долгий. И это также Ненецкий заповедник, то есть это бёрдвотчинг. И еще одно направление – это охота. Доступные по цене, конкурентоспособные на международном туристическом рынке арктические маршруты по территории округа могут стать еще одним вектором развития туротрасли. А тут мы будем предлагать тур, который называется «Доступная Арктика», который, в принципе, за сравнительно небольшие деньги позволит людям побывать за полярным кругом. Ориентировочно, как бы, для жителей, например, Москвы или Санкт-Петербурга, как бы, трехдневное путешествие в Ненецкий автономный округ будет стоить вместе с перелетом. Будет стоить около 25 тысяч рублей. В рамках мероприятия запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого округа и Ассоциацией туроператоров России в лице исполнительного директора Майи Ламидзе. Практическим результатом проекта станет включение арктических турмаршрутов Ненецкого автономного округа, которые могут быть сформированы с учетом индивидуальных предпочтений в программе продаж основных игроков российского туристического рынка. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».